Всем хай, с вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Ori and the Will of the Wisps. Усадили свою попку поудобней, жмем начать игру. И приступаем к прохождению. У нас с вами сейчас на очереди новое место, новая локация. Новая локация, которая, да, вот здесь вот. И нам нужно попасть сейчас в эту сторону. В принципе, недалеко идти, это хорошо. А у нас еще с вами уже куча способностей. Мы можем передвигаться гораздо быстрее. Иногда будем запарываться, но это ерунда. Сука, это кальмар. Что? Я впервые его вижу. Ладно, фиг с ним. Смотрите, внизу. Видите, что внизу есть? Как нам туда попасть? Почему мы туда не попали? Потому что нам нужно через бревно пройти. О-о-о-о-о-о-о, вы что? А, спасибо, мистер Комар. Черт, лоханулся. Все. Сейчас мы вытащим, да? Да. Никаких проблем. Так, надо хоть отшвырнуть нафиг отсюда. Да хватит цепляться. Все. Ура, ячейка жизни. Смотрите, сколько у нас их уже. В первом море нельзя было так много их сделать. Кстати, вы писали, что в комментариях, мол, вот то, что там 30% написано прохождение, это не самой игры, не сюжетки, а именно всего, всей карты. Вот видите, 67% лощина волка, 67% этого и 70% того. Окей, я думаю, я правильно иду. Стой. А, вот как нужно будет сделать, ясненько. И еще разок. И еще разок. О, блин, о, блин. Что мне делать с этим? Не так просто. Мне кажется, мне нужно вот где-то здесь. Сволочь, а. Есть. Ну ладно, невелика потеря. Мы еще можем так хэп себе. И чуть-чуть восстановились. Смотрите, пузырьки. В чем их прикол? Ага, они восстанавливают. Окей, я не знаю, как это. О, боже мой. Успели я? Как? 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 Ко мне пузырик! Ко мне! Есть! Ой, было близко, ой, было близко. Куда? Куда нас несет? Черт. Наверх нельзя было. Просто нельзя было. Забить на всех. Не хочу ни с кем сражаться. Здесь я тоже не могу ничего делать. Погодите, я могу. Да, короче, тут только вниз. Я знаю, что нужно сделать. Надо заставить растение швырнуть эту штуку. Пожалуйста, нет. Еще раз. Ага. Почему? Блин. Вот как-то так, да? Наконец-то. Пока что без смерти, ребят, идем. О, блин. О, блинушки. Я не знал, что об его ствол тоже можно кацануться. Нет, нет, нет. Так, сначала воздух. Это самое главное сейчас здесь. Сначала воздух. Не успею. Ну дали бы чуть-чуточку просто, чуть-чуточку мне. Только что сказал про ноль смертей, обидно так запарываться. Все, больше никогда в жизни не говорю про ноль смертей. Потому что вот чем это все оборачивается. Давай, пуляй снова, пуляй. Ага. Помню это колесико, помню. Мы все думали, как же заставить эту фигню работать. Как я и думал, еще было слишком рано. А, собственно, куда это нас приведет? Вот колесо работает. И нам каким-то образом теперь надо зацепиться, чтобы туда попасть. Ой. А я и не знаю. Нет, стоп, сюда не нужно. А я и не знаю, как попасть.
Мы же здесь уже везде были, да. Да, абсолютно везде. Хорошо, вот зацепились. Рыба выползла. А, вот, можем здесь зацепиться. Здесь мы были? Не были еще ни разу. Потому что вот тут есть секрет, который мы не взяли. Ну, а как здесь? Нажмите, да, чтобы парить. Получается, только так мы и можем. Четенько. Мы, кстати, еще могли вот это использовать. Красиво здесь. Когда свет разбился на части, сила леса приземлилась здесь. Благодаря ей упадок не тронул озера. Но ее нужно скорее найти, Ори. Не то она погаснет. Конечно, мой пучок света. Мы все сделаем. Смотрите, как так? Смотрите, Моки, ты не знаешь, где теперь Квалок? Говорят, он здесь, в Светлых озерах. Но я никак не могу его найти. Раньше здесь было не так-то просторно. Квалок мудр. Надо с ним посоветоваться. Если найдешь его, дай знать, хорошо? Мудрость Квалока. Новое побочное задание. Короче, он где-то здесь тусит. Оу. Ой-ой-ой-ой. Сюда. Сюда, птичка. Да чтоб тебе. Может быть, нам в сторону просто нужно? Вот в эту? А, нам нужен какой-то рычаг. Видите, вон там тоже есть пузырик. Не знаю, я пока не знаю, каким образом можно их освободить. Оп. Где? Где птичка? Надо подождать, пока пузырик повыше подлетит. А потом еще выше, да? Зацепился, молодец. О-о-о, больно. Здесь, получается, без потери ХП невозможно, да? Ой, не то нажал. Наверное, можно будет чем-то запульнуть в тот пол. Давайте остановимся, да, нормально. Он сломается, и пузырьки тогда пройдут. Подохни, просто подохнет. Не нужно ты мне. Все. Ой-ой-ой. Там наверху есть некая способность. Пульни, пожалуйста, нет? Пульни. Еще раз. Черт. Ну ладненько, давайте пойдем сюда. Была сейвка только что. Смотрите, опять этот чел. А нам и не зацепиться никак. Ладно. Тут все дело в пузыриках, кажется. Ау. Это мы просто по кругу ходим. Мы можем спуститься здесь? Можем. Удерживайте прогнут возле врагов и под водой. Ага. То есть тут все так же работает. Что это за штука? Это что за штука такая? Без понятия. Погодите. Она мешает пузырькам. Я понял, что нужно сделать. Надо... Давай, рождайся. Вот. Мы убили эту тупую морскую звезду. Мешает нам только. Там, кстати, есть еще какая-то вот секретка. Давайте посмотрим, как ее взять. А, это не сейчас.
Погодите, а как она хочет, чтобы мы дальше-то шли? Вот она будет лопаться. Что взмах? Чтобы использовать умение взмах, сначала привяжите его... Какой взмах? Нифига себе. Нифига себе. И куда он идет в итоге? Вот я взмахнул. Короче, тут надо позаморачиваться будет сейчас. Смотрите, так. Делаем хоп в сторону. Давай, давай, давай. Есть! Прикольно. Это мне нравится. Давай, ток. Бросил рыбки на живку, а она мне чуть крыло не оттяпала. Вот и рыбач здесь теперь. Жаль, мы не умеем делать так же, как подводные цветы. Они вытягиваются, лишь почуяв опасность. Вот бы и перья у меня в хвосте так умели. Тогда рыбачить было бы не так больно. Это что, подсказка? Это какой-то намек? Угу, здесь нам... Блин, как красиво сделано. Как это случилось? Ой-ой-ой. Погибну. Погибну. Это, в общем, рычаги, они как-то активируются. Кстати, здесь у нас телепорт есть, и нужно будет, в общем, воду спустить. Значит, мы делаем так, хоп, здесь открывается. Потом нажимаем здесь. Течение. Ага. И сдох. Сейчас, давайте наверх посмотрим, сходим. Что здесь есть? Моки! Ши, не двигайся. Всю рыбу распугаешь, а не те еще проныры. Вот была бы у меня сеть, но моя сеть сломана, а починить нечем. У тебя ведь не найдется ниток? Или даже сети? Нет? Ну ладно. Не знаю, Моки, прости, конечно, но тут рыбы вообще нету. Нам только вниз. Давайте внимательно посмотрим еще раз. Нам нужно... Вот мы открыли. Вот мы открыли. Ага. И быстренько успеть нужно. И быстренько нужно успеть. И мы не успели. Ясненько. Вот это так делать. Так. Так, быстренько сюда и наверх. Давай, давай, давай. Есть. Да. Кто построил вот эти вот все механизмы? Есть, детка, прекрасно. Просто раньше же, помните, да, всякие были гумоны, и мы были в их владениях, точнее, в их руинах, где мы могли наблюдать их технологии. А кто все вот эти постройки делал? Неужели это все Моки? Руда. И этот чел здесь тоже. Хорошо, получается та же самая фишка. Мы делаем взмах. И все, и толку. А, видите, где он находится? Он нас там ждет. Можем как-то его подвинуть? Оу. Хм. Так, ребят, ну-ка, давайте, что вы думаете на этот счет? Что можно с этим сделать? Ясно, что надо как-то направить... Вот сюда. Как? Быстренько, 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 быстренько.
чердак. Оп. Почему? Давай, давай, ну, в сторону. Давайте попробуем еще разок. Махнули. Надо быстренько просто действовать. Не в ту сторону. Не в ту сторону. Зачем-то стреляю. Так. 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 Черт! Прям буквально чуть-чуть не хватило. Сейчас, это все реально. У нас сейчас получится. Давай, 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 давай. Есть! Ух, нифига! Ух, нифига, я круто сделал. Вот теперь не слить бы это. Мне интересно, я правильно вообще решил? Оу, нифига, он взорвался. Я, наверное, правильно сделал, да? Другого-то способа здесь я особо я не видел, по крайней мере. Окей, это... У нас что это? У нас просто секреточка. Смотри, сколько у нас уже денег. А вот этот цветочек, он для чего? Он что-то делает? Ничего не делает. И? Что мы должны сделать? Ладно, давайте попробуем вот сюда вниз поплыть. Может, тут что-то найдем? Смотрите, здесь порождаются в этом цветке вот эти существа. Окей. И вот здесь мы можем пробить. И там такой же цветок наверху был. Только, наверное, нужно, чтобы... Стоп, не то сделал. Нужно, чтобы они только под водой рождались. Мы можем вызвать вот эту штуку за собой. Да, да. Гениально. Есть. Вот куда мы в итоге попали. Нам туда, наверное, даже и не надо было. Это все потом. Что такое? О, нет. Ладно, просто сражение со всякими тварями, это не страшно. Они дохнут, да? Да, они дохнут в воде. То есть мы можем просто их тупо сбрасывать в воду. А вас как мы будем вот так, да? Ау, черт. А можем его просто, да, сдуть? Мы можем его сдуть. А их можем вот так вот? Просто в воду всех. Давай, водомеркой будешь. А, нет, они взлетают. Так не получится. Здесь получилось? Е-е-е, детка. У-у-у, смотрите, внизу какие механизмы есть. Ну, нам получается вниз. Аккуратненько. Активируем. У-у-у, даже не знаю, даже не знаю. Секундочку. Давайте еще раз подумаем. Вот этот активирует вот этот. А вот этот активирует вот этот. Правильно. За мной, за мной, за мной, за мной. Там еще можно в ту сторону, да, это сделать. Ага. Короче, пусть эта штука родится. Поплыли за мной. Давай. Подохну, что ли, сейчас? Нет, не подохну. Фу. А, вот этот чел стоит здесь. Приветствую. Гляди, сколько тут разных цветов и оттенков. Даже не верится, правда? Открою тебе секрет. Я сюда хожу за чернилами. Из кораллов получается замечательный красный пигмент. Желаешь приобрести карту окрестных озер? Опа, да, хочу. Благодарю.
О май гад. И вот наша задача. Вот здесь найти их. Найти этот огонек. В целом, нам осталось с вами не очень далеко. Вот тут есть 4 ключа. Они позволят нам открыть. Не знаю, что. Вот здесь, наверное, будут врата. Все. Проход есть. А вот как с вас взять, интересно? Вот так, что ли? Я вообще не ожидал этой штуки там. Ну-ка, погоди, как мне это получилось? Так. А, и вот в сторону, да. Я не ожидал этой подлости от вас, мистер игра. Смотрите, не могу. Не хочу умирать. Не хочу умирать. Мы уже как-то вас... Квалок! Здравствуй, дитя. Рад тебя видеть. Я не весть сколько не покидал свою лощину, но благодаря тебе я обрел надежду. Сила леса где-то здесь, но есть еще кое-что. Уже знакомый мне смрад. Нельзя терять время. Потолкуем, когда отыщем огонек. А он довольно-таки проворный, да, оказывается? Да, он очень проворный. Неудивительно, что он добрался так быстро до этого места. Вот сюда. Вот сюда, наверх нужно. Но туда никак не попасть. Только и разве что... Пулялочка. Давай пулялочку. Пулялочка. Вот так. Загадочное семя. О, прикольненько. А выше нельзя никак. Так что давайте вот сюда пойдем. Вижу вас, гады. Вижу, что вы... Что она хочет от меня вот здесь играть? Погодите. Нам надо наверх. Вот так еще. Хоп. И ждем, и ждем, и ждем, и ждем, и ждем. Не спел, не схватился, черт. Может быть, так смогу? А зачем нам здесь мочь? Блин. Да, вот так постепенно будем выше, выше, да? Выше и выше. Нет, так не работает. Вот так работает. Давай, чертов шарик. Блин, ну мы так не пойдем никуда, да? Это не прогресс, нифига. Это не прогресс. А вот это уже звучит как... Стоп. Вот так. Есть. Секунду. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, сейвка была, сейвка была. Нам надо подлечить себя. Пошел ты. Вот, сойдет. Оставим перо теперь для взмаха. Вижу, вот оно. Говно мешает нам. Ага. В целом тут все очень... Да, я так и знал, что перо нам понадобится. Какие-то пузырьки медленные, да, теперь? Специально, чтобы мы успевали все. Смотрите, вон. Как бы взять, как бы взять. Надо пузырик направить сюда. Так, ну с этим просто. Давайте
от обратного пойдем. Сначала те самые дальние. А, вот врата. А это что такое? Чтобы активировать пьедестал, нажмите. Активировали. А, это для испытаний, да, вспомнил, точно. Ну, я бы, честно, я бы и для себя, скорее всего, бы не проходил это. В этом как-то нет особого интереса для меня. Ой, как тупанул. Что за... Фух. Ну ладно, получается, нам здесь надо просто сюда, в эту сторону направить пузырек. Класс. Не успел. Вот. Быстрей. Да, детка. Я все взял? Нет, не все. Тут, кстати, было бы очень хорошо мне подзарядиться. Вот как? А, ну конечно, все же очень просто. Ой, вот так, да. Кал! Что вообще происходит? Вот. Давай, могём. Что это было сейчас? Я все собрал? Все четыре ключа у меня или как? Что это было сейчас? Как он там... Нет. Черт. Я не взял ключи. Так... Очень странно. Я ничего не понимаю. Я не понимаю, как это работает. Нет, у меня два ключа, да. Я тот не взял. Вот. А, мы его вот так вот запульнули. Все. Нам надо подлечиться с ручником. Ой, ой. Блин. Окей, заново. Помните, у нас же еще есть волк, которого мы тоже... Мы его побили, но мы его не... Да... Но мы его не одолели до конца. Не грохнули. Господи, Иисусе, господи. Есть. О, я только сейчас заметил, что этот остров, видите, он качается. Прикольно. Так, я понял, что нужно сделать. Так, а так. Щу. Кал. Поторопился. Подули. Переместились. Оп. Сюда. Давай. 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 Ага, есть. О, наконец-то. Чекпоинт. Так, ребятки. Оу, блин, нам туда надо. А чё мы сюда приперлись-то? Может, надо для чего-то? Вот пузырики, их тут обильное количество. Я не знаю, для чего они здесь мне нужны. Опа, секундочку. Сюда. Погодите, ну это какой-то тупик, по ощущению. Нифига, это не тупик. Сюда прям очень нужно было. А это что даст нам? Просто сферу. Это просто сфера энергии. Так, где-то меня пытается обмануть, да? Я не жалею, я сюда ради этого только шел. Вот тут какой-то должен быть... Как нам выйти? Ау! Есть. Какая-то бессмыслица, да? Вам не кажется, что это все я зазря делал?
вообще все. Вот этот весь чептер, вот там наверху, был полностью зазря. Хотя я мог бы просто взять и попытать счастье здесь. А как я это попытаю, блин, тут? Я понял, как здесь пройти. Так, и пошли. Нет, нам нужно вот сюда. Нам надо к этим вратам. Я совсем про них забыл, нафиг я собирал ключи. Не просто же так. Ну, конечно. Ген, все, вставил? Вставил. Да. Ускорение под водой, да? Что-то типа этого будет сейчас. Подводный рывок, да. Вы освоили новое умение. Окей. Это здорово. То есть все было не зря. Я еще добавок сферу дополнительную, сферу энергии получил. А куда делась эта способность? Помните, была такая, когда ты стоишь и вверх так целишься и пуль, ну и летишь. Ой, как ты появился здесь специально, да, чтобы я под страхом смерти отточил навык. Кстати, этот навык не требует от меня ничего вообще, никакой энергии. Игра сохранена. Ну что ж, мы теперь совсем близки к нашей цели. Наконец-таки, детка, наконец-таки. И... вот оно. Сквалоком что-то не то. Поспеши. Сквалоком что-то не то. Он спятил? А вот и сила леса. Квалок ее отыскал. Что с ним? Квалок? Что-то он поднахмурился, да? Квалок. Скверно. Это эта тварь, мы ее уже видели. О, блин. Окей, это босс. Надо сваливать. О, боже мой, боже мой, боже мой. А-а-а. Какой кошмар. Подводный рывок. Подводный рывок. Ау. Вот что меня сейчас убило? Там вообще непонятно, что меня сейчас убило. Музыка такая сейчас играет, знаете, как чем-то похоже на полет Валькирии. Тан-та-да-дан-дан, тан-та-да-дан. Но только ритмика немножко другая. Оп. Ну вот и что там меня? Что-то меня коцало. Просто какой-то косяк. Вот, здесь мы будем сражаться. Да-да-да, знакомо это место. Работает? Чё-то... А, кстати, неплохо работает. Да-да-да-да-да, будем, короче, пулять его только вот этим. Хорошо. Странно. Мы можем попробовать в него вот эти камни пулять, которые сверху падают. Или вот это. Похоже на босс-файт с пауком. Блин, обидно, что Квалока приходится дубасить. Кстати, да, мне нужно немножечко... еле-еле увернулся. Какие еще сюрпризы, этот тварь. Окей, хорошо, хоть не вонючая вода. Оп. Ох ты хитрец! Ах ты хитрец! Мне бы, пожалуйста... Вот, кристаллик нужен. Кристаллик. Вот так вот берет. Просто надо, получается, выныривать, да?
давай, пробуем. Нельзя, булыжники нельзя в него пустить. А вот это? А вот это можно будет. Хорош. Ау, 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 ау. Ребят, кажется, все плохо. У меня нечем... У меня нет места, чтобы... О, блин. Нет места, чтобы подзарядить свои ХП. Поэтому сражаемся, как в последний раз. Ох, стрёмно. Секунду, секунду, секунду. В сторону. Давай, немножко осталось ему. Давай, Евгений. Куда ты, куда ты? Куда ты выпрыгнул, Ори? Все. О, блин. Давай, запульнись. Немножко осталось. Черт! Какой кошмар! Все заново. Я не понимаю. Это я об камень, да, коцанулся? Иду неплохо. Совсем чуть-чуть ему осталось. Посмотрите. Он уже сыт. Главное сейчас не лохануться. Он, кстати, даже еще до сих пор не применил свою атаку. Вот я про вот эту атаку, которую он сейчас впервые применяет. Он забыл, наверное, про нее, наверное. Оп. Скорей. Кристаллик, кристаллик. Давай. Есть! Хорошо. Но мы это убили его, мы его убиваем, а не эту тварь. Или... А! Блин, мне жалко его, если честно. Мы даем ему возможность освободиться, да? Она ослабевает. Он умрет, да, ведь? Я правильно понимаю? Нет. Молодец. Твой свет горит все ярче, дитя. Силе леса больше ничто не угрожает. Буйлову не вернуть, здесь мы бессильны, но мы по-прежнему можем дать Нивину второй шанс. Найди все огоньки, пусть они снова будут вместе. А Моки... Приглядывай за ними вместо меня. Приглядывай за этим краем. Кто знает, может быть, это под силу лишь тебе. Блин, мне жалко его. Сила леса. Максимальный запас жизни и энергии возрос. Что ж... Блин, жалко мне Квалока, пипец. Окей, вот так вот с нами жестоко поступают. И значит, нам осталось только найти в снежной зоне последний пучок света. Последний огонек. Теперь нам нужно где-то сохраниться. Блин, жалко бедного. Эта штука очень старается меня догнать. Ой-ой-ой, стой, стой, стой. Мы сейчас просто бежим по всей той локации. Она вся уже заполнена монстрами. Между прочим, мы тут с боссом бегали. Чё так много-то?
Погодите, нам нужно вниз. Стой, не трогай меня, не трогай. Не трогай. Вот. Все, можем теперь сохраниться. И я думаю, друзья, мы с вами на этом с вами закончим играть в Ори. Продолжим в следующий раз. Немножко грустно как-то, если честно. Я думал, что этот чел останется в живых, а в итоге он... Вот так. Мы его своими руками просто взяли и убили. Но он был, получается, слаб. Получается, его время прошло, поскольку он, раз он поддался скверне этой твари. И мы его освободили, фактически. Дали ему возможность уйти на покой. И теперь все на наших плечах. Великая сила, великая ответственность, как говорил один известный нам человек. Огромное всем спасибо, друзья. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте, пожалуйста, лайк. Буду очень рад видеть ваш лайк и побольше лайков. Буду еще больше рад. Короче, чем больше лайков, тем больше я буду рад. Также подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, в Стиме, в Инстаграме, в общем, по всем ссылкам, которые там у меня есть. Перейдите, становитесь доску своими. И не забывайте про колокольчик, да, еще. Вот надо периодически напоминать, что колокольчик — это важная вещь, так как она позволяет вам получать уведомления. Нажмите все уведомления, и будет вам счастье. С вами был Юджин еще раз. Всем ма! 5!